организовали работу с предприятиями, бюджетными учреждениями, муниципальными организациями. Помимо работы с промышленными предприятиями, в Газпромбанке организована работа с физическими лицами. То есть те сотрудники предприятий, которых я назвала, в рамках зарплатного проекта у нас обслуживаются, получают все программы льготного кредитования. Конечно, пользуясь случаем, хочу поздравить этот офис с их таким небольшим юбилеем, чтобы они процветали долгое-долгое время в нашем городе. Пользуемся, конечно, мы давно этим банком, потому что мы сами работаем в этой системе. Замечательный коллектив, замечательные девочки, прекрасное обслуживание, и будем входить, конечно, всегда сюда. Руководителям промышленных предприятий города и индивидуальным предпринимателям мы предлагаем конкурентные условия расчетно-кассового обслуживания, конкурентные условия депозитарного обслуживания. Со многими из данных предприятий нас связывает многолетняя плодотворное сотрудничество. Для сотрудников физлиц это программа льготного кредитования. Мы гордимся тем, что мы можем предложить сотрудникам в рамках зарплатных проектов потребительское кредитование от 14% годовых, ипотечное кредитование в рамках госсубсидии, наша ставка от 11% годовых. Thank you.